Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я предлагаю сделать вот такие подарки на елку. Работа несложная, но очень украшают елочку. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для работы я буду использовать лист пенопласта, высотой он у меня 10 сантиметров, и здесь я расчертила уже квадратики 10 на 10. Мне понадобится коврик, нож и линейка. Я вырезала вот такие вот квадраты, ну и примерно у меня получилось 10 на 10, и высота также 10. Конечно, немного это надо подкорректировать. Кто работал с пенопластом, знает, что когда подрезаешь, не совсем все ровно получается. Поэтому вот я так все корректирую и привожу все квадраты в порядок. И у меня получается более-менее ровный квадрат. Беру свой квадрат, и мне надо обработать две стороны. Накладываю квадрат и вырезаю бумагу с припуском. И другие стороны мне надо будет, я чуть-чуть позже покажу вам, как измерить, чтобы у вас получилось все ровно. Вот у меня два отрезка. Снимаю защитный слой верхний. Можно использовать любую бумагу. Можно даже делать подарки, как я в прошлом году показывала. Просто обвернуть их. Вот вы видите, я наложила, пригладила. И вот эти края я обрезаю, чтобы они мне не мешали. Тут даже никакой точности не надо. Также поступаю с противоположной стороны. Теперь я беру квадрат и измеряю. Вот у меня получилось почти 10 сантиметров. Я вырезала отрезок 10 сантиметров. Снимаю снова защитный слой. Вот так укладываю. И по одной стороне все выравниваю. Здесь оставляю небольшой припуск. Как я уже говорила, можно использовать любую бумагу упаковочную, которая у вас есть. У меня была эта, и я решила ее использовать. Если у вас где-то что-то чуть неровно, не расстраивайтесь. Все это мы украсим, ничего видно не будет. Вот я выравниваю и лишнее обрезаю. И также обрезаю вот здесь лишнее. Так как пенопласт мне не удалось 100% все ровно вырезать, поэтому вот образовались такие вот лишние кусочки, но ничего страшного, я все вырезаю и все еще раз приглаживаю. Вот такие квадраты у меня получились, и сейчас буду украшать. Беру ленту, у меня это 4 сантиметра, и подклеиваю на верхушку подарка. И теперь крест-накрест вот так вот ленту обверну. Все выравниваем, лишнее подрезаем, обрабатываем огнем и подклеиваем, натягиваем все. Снова обжигаем ленту, обрабатываем огнем, со второй стороны подклеиваем. Также обворачиваем. Лишнее подрезаем. Обрабатываем огнем и подклеиваем. Как вы видите, ничего сложного. У меня есть вот такая тесьма, и долгое время я думала, куда же ее применить. И вот здесь она мне понадобится. Я подклеиваю на подарок. С краю вот нанесу клей. И просто вот так вот на подарок подклеиваю. Сделаю это с одной стороны и затем с другой стороны. Вы видите, ничего сложного.
и продолжаю работу. С одной стороны у меня тесьма подклеена, и теперь на небольшом расстоянии подклеиваю со второй стороны. И затем также обработаю боковинки. Продолжаю работу и также подклею вот эти боковинки. Я думаю, вот такое полотно имитация страз есть у каждой рукодельницы. И я вырезала вот такие три полоски. И сейчас буду их подклеивать между тесьмой. Наношу клей и просто вот так между тесьмой подклеиваю. Вы видите, как все быстро и легко можно сделать. И продолжаю работу. Вторую сторону я начала подклеивать снизу. И также наношу клей. И все обрабатываю. Лишнее на макушке подрезаю. И все подклеиваю с одной стороны и с другой стороны. И продолжаю работу. Сами заготовки подарков у меня готовы, пока отложу и буду подготавливать декор. У меня есть всякие вот такие веточки, я их подрежу, лишнее уберу. Все, что можно использовать, все старые какие-то игрушки можно разобрать, елочки, которые у вас есть, вот у меня тут остались. Все это можно подрезать и все использовать. И подготавливаю полностью весь материал для работы. Все веточки обычно можно подогнуть. И я люблю делать декор как бы с одного угла. Если подарок будет вот так на елке смотреться, его можно лежать, я имею в виду, его можно рассмотреть с двух сторон. И начинаю подклеивать. Наношу достаточно много клея. И подклеиваю детали. Если что-то надо, по ходу работы подрезаю и добавляю на макушку подарка. И, конечно, всему даю закрепиться. Подбираю веточки, все подгоняю по размеру. И подклеиваю. Не подклеиваем все одно на другое, а стараемся немножко вот так распределить. А то если вы приклеите одно на другое, у вас получится такой куб, верхушка. Нам этого не надо, так как у нас еще будет бантик. Все подклеиваем и даем закрепиться. Вот вы видите, у меня получается плоская платформа, не одно на другое. И продолжаю подбирать материал, который я считаю, что мне сюда подойдет. И, конечно, все подклеиваю. Я нашла еще вот такие бусы, и, конечно, я тоже их сюда применю. И когда основная часть декора подклеена, то приступим к бантику. И сейчас я вам покажу, как можно быстро скрутить вот такой бантик. Ничего сложного. Здесь можно использовать как одностороннюю ленту, так и двухстороннюю. Вот я отматываю достаточно много ленты, чтобы мне было удобно все это скручивать. И складываю две ленты вместе. И для удобства я их просто скреплю, чтобы они у меня никуда не убегали. Сейчас будем работать с двумя лентами. Вот располагаю вот таким образом. И делаю ленты, надо брать, чтобы они сразу две были вместе. И делаю вот такую петельку. Так, здесь надо место, чтобы можно было все ленты вместе удержать. Вот я держу эту петельку. И вы теперь видите, что получилась белая лента, которая у нас все украшает, оказалась внизу. Придерживаем вот здесь пальчиком и делаем вот такую скрутку. И теперь у нас лента
оказалась наверху. Складываем две ленты вместе и делаем еще одну петельку. Здесь можно больше, меньше, сколько сантиметров, я даже не знаю, это я делаю все на глаз. Вот мы тут все придерживаем. Вот видите, у нас одна скруточка. Теперь у нас снова оказалась лента под низом. Там потом можно будет все поправить. Вот. Мы делаем еще одну скруточку. Вот так. У нас лента снова на лицевой стороне. Все вместе складываем. И снова уводим под низ. Вот что у нас получается. Хвостики можно побольше, можно поменьше. Снова лента у нас на изнаночной стороне. Делаем скрутку. Лента у нас вернулась на лицевую сторону. Мне немного неудобно под камерой. Обычно это надо делать, где много места. Видите, у меня лента скручивается. Не совсем удобно. Снова делаем петельку. Вот она. Потом все это можно будет поправить. И еще раз делаем скрутку, чтобы лента у нас вернулась на лицевую сторону. Вот она тут. Когда это делать на столе, много места, и это получается очень легко. Вот что у меня получилось. Затем я все это поправлю, пока отрезаю. И все, держу в руке. Теперь я беру кусочек синильной проволоки и все вот это вот перетягиваю и закрепляю. Вот что у меня получилось. И сейчас, когда все у меня закреплено, можно все поправить и подтянуть. Вот одну часть, вторую, третью. И все, расправляю все ленты в правильном положении. И вот у меня получается вот такой симпатичный бантик. Извините, мой подарок. И его можно вот так вот на подарок. И я подклею его вот сюда. Сейчас наношу достаточно много клея, чтобы все хорошо закрепилось. И прижимаю бантик, даю ему закрепиться. Я подклеила бантик, и здесь у меня образовалось такое пустое место. Конечно же, его надо заполнить. Добавляем клей и все подклеиваем. Здесь прямо вот внутри бантика. И затем я украшу маленькими елочными игрушками. Теперь, когда у нас бантик приклеен, подарок, можно сказать, можно приподнять. Вот вы видите, я уже одну приклеила здесь веточку, еще одну здесь. И теперь можно продолжать декор. Клей наношу прямо на игрушки и подклеиваю. Конечно, всему даем закрепиться, ничего не дергаем туда-сюда. И я подклею вот такие бусины. Нанесу клей и пинцетом подсуну вот туда. И также даю закрепиться. И сюда же я подклею вот такую красивую веточку. И даю закрепиться. И вот такие подарки на елку у меня получились. Они достаточно легкие, поэтому любая елка выдержит. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока!